Шалом, шалом! И с вами я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Вайкра. И это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Испытание духовных трудностей во благо. Всевышний Господь Бог один прекрасно понимал, что пока жив фараон и пока его считают владыкой всего Египта, а там и всего мира, евреям будет только хуже, потому что фараона боялись, слушались и уважали, и после этого начались основные угнетения нашей нации. Нам придумывали бессмысленные работы, нас считали вторым сортом. После этого Всевышний специально ожесточил его сердце, чтобы показать ему, что никто, никакие колдуны, египетские волхвы не могут сравниться с ним, потому что он Господь Бог один. Господь единый, и только Он может управлять миром, потому что Он его создал и проговаривает. Не все евреи поверили Моше и Аарону, они боялись, они хотели комфорта. Та нация, те люди, которые вышли, им было очень тяжело. И именно вот эта вот тяжесть, которая была, потому что они много шли, они испытывали испытания, на 9 ава вырывали, рыли себе могилы. Очень было много испытаний, и кто-то бросал это, а тот, кто выстоял, стал настоящим иудеем, который может об этом громко и с гордостью говорить. Поэтому все испытания мы можем пройти, все от Всевышнего. Браха ва слаха.